там другая команда. Другая команда! Очень тоже, кстати, гости нашего города играют очень... Ну, в Севастополе такую музыку не играют, вот, исходя из своего опыта, я знаю точно. Группа Влад Гавнис. Ударение на первый слог обязательно. Гавнис. Они сейчас выйдут. Через две минуточки, в течение которой вы можете подойти и заказать горячие и горячительные напитки на барной стойке. Для тех, кто не в курсе, напоминаю, здесь нигде в туалетах категорически курить запрещено. Курить желательно только вот там на входе или на первом повороте. Мы желаем вам приятного вечера, группа Влад Гавнис на сцене клуба «Бункер». We'll be right back.
что любую дорогу всегда завершает тупик. Thank you.
10 лет я не выступал в Бунке. Так рад снова здесь выступить, всех посредить. Что я могу вам сказать? Наверное, вы все безумно талантливые люди. Но, к сожалению, это ничего не дает, потому что в нашей стране наши таланты реализовать нельзя, и это никому не нужно. Получается, что мы живем неизвестно для чего. Спасибо. Следующая песня называется «Обречен на жизнь» и посвящается одной даме, которая все это придумала, которая на это все смотрит и улыбается.
достойную смерть. Эй! Продолжать эту длинную, скучную жизнь. Всегда.
задушен, перегружен, невозможно передать. Я наши желания нас отправляют в изгнание и назначают свидание с кодексом счастья. Скучную длинную жизнь жил с внуками в однокомнатной квартире, жили в бедноте, никому он был не нужен, все его игнорировали, и в конце концов один из внуков предложил дедушке сделать смертельную инъекцию, ну, чтобы он никому не мешал, и дедушка согласился, потому что делать ему было нечего. Внук пошел на черный рынок за дозой и выяснилось, что он стоит очень дорого, и они не смогли ничего купить, а дедушке пришлось жить еще 10 лет. Следующая песня посвящается ему и его друзьям.
Thank you.
сегодняшнее наше выступление посвящается нашему другу Вове Оточу из группы «Госпечать», который 40 дней назад нас, к сожалению, покинул. Песня называется «Призрачный бог». Бог вам в помощь. Спасибо, что пришли, ребята! Ребята! Сейчас. Ты касал!
Бас-гитара флайт. Травм-машина. Художник. Влад Гавнис, спасибо за внимание. Увидимся. Берегите себя. Влад Гавнис! Я думаю, что все меня поддержат, если мы скажем: ребята, мы будем рады видеть вас у нас в клубе еще, правильно? Влад Гавнис, ваши аплодисменты! Обязательно спишемся. 2 минуты, как обычно, у нас музыкальная пауза. Можно посидеть, сходить, покурить на улице, подышать свежим воздухом. Очередная команда готовится.